Стихотворение «Небесный друг», автор Георгий Топал. Если мир от тебя отвернулся, и надежды огонь потух, если ты одиноким проснулся, знай, покинул блаженство дух. Даже если ты близкими предан и не знаешь, куда идти, много горестей в жизни отведал и запутался на пути. У тебя есть небесный друг, вспомни, он тебя не раз выручал, он свое обещание исполнил и во время скорбей спасал. Он тебя записал на ладонях, своей кровью скрепил завет, до сих пор этим миром не понят. Его жертва всем людям свет, и сегодня он светит с любовью, рассекая греховный мрак. Поделись с ним скорей своей болью, помолись, и исчезнет страх. С ним иди, не боясь горькой жизни, ведь он жизнь за тебя отдал, и с тех пор ты ему самый ближний. В твое сердце Господь стучал.